Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня расскажу вам о ветряной оспе при беременности и современных подходах к диагностике и лечению данной патологии у беременных. На сегодняшний день заболеваемость ветряной оспы в Российской Федерации остается на высоком уровне. Был спад на 40% в 2020 году, что было связано с эпидемиологическими мероприятиями в отношении коронавирусной инфекции. Но вот к 2021 году у нас уже есть прирост заболеваемости. Особенностью эпидемиологии в нашей стране являлось то, что в 2019 году мы отмечали повзросление, скажем так, населения, которая болела ветряной оспой. Почти 47 тысяч случаев приходилось на взрослое население. В 2021 году ситуация изменилась, и 96% заболевших ветряной оспой – это дети. При этом 72% – это дети от года до 3 лет, до 6 лет. Очередной циклический подъем заболеваемости среди детей дошкольного возраста позволяет прогнозировать рост заболеваемости в последующие годы. И хочется сказать, что экономическая значимость ветряной оспы в Российской Федерации стойко занимает третье место. Особенностями эпидемиологического процесса среди беременных будут следующие. Во-первых, объемы иммунизации в нашей стране остаются недостаточными для влияния на эпидпроцесс. Вакцина зарубежная, она дорогая, в национальный календарь не включена, и регионы в региональный календарь включить не все могут себе позволить. Среди наших пациентов, госпитализированных за последние несколько лет, ни одна пациентка не была вакцинирована. Второй такой момент особенности эпидпроцесса среди беременных – это миграционные процессы. 41% госпитализированных беременных с ветряной оспой – это мигрантки из южных регионов нашей страны и стран СНГ. О чем это говорит? Ну, мы должны с вами такой момент прояснить, что в регионах с мягким климатом серопозитивность взрослого населения по вирусу варицелла зостер ниже на порядок, чем в регионах с умеренным климатом. Поэтому получается, что пациентки, приезжая к нам из южных регионов, заболевают уже ветряной оспой у нас. Хочется также отметить, что чаще болеют повторно беременные женщины, что, в общем-то, понятно, у них больше вероятности проконтактировать, в первую очередь, конечно, с больными детьми. ВОЗ относит беременных женщин к группе высокого риска возникновения более серьезного заболевания и осложнений после первичного инфицирования ветряной оспой. К сожалению, у нас нет с вами четких данных статистических о заболеваемости ветряной оспой именно среди беременных. Мы можем ориентироваться лишь на показатели госпитализации. В 2020-2021 году они были достаточно низкими, но эти года знаменовались эпидемии коронавирусной инфекции, приоритеты у инфекционных стационаров, конечно, были в отношении коронавирусных больных. За 2022 год до сентября месяца включительно у нас уже было 24 пациентки, поэтому, конечно, цифра эта будет только расти к концу года. Риск контакта беременной женщины с больным ветряной оспой высок и оценивается 12-24%, но, опять же, учитывая высокую серопозитивность популяции, частота этой патологии среди беременных невысока. Мы с вами не будем останавливаться на клинической картине. Я уверена, что каждый из вас сталкивался с ветряной оспой в своей жизни, как, может быть, у себя, так и у пациентов. Но мы обязательно с вами упомянем, что источником инфекции является не только больной ветряной оспой, но и больной с опоясывающим лишаем. Это одинаково контагиозные пациенты, и это нужно учитывать при сборе эпиданамнеза. Если говорить про особенности первичной инфекции, вызванной вирусом варицелла зостер у беременных, в первую очередь это тяжелые формы ветряной оспы у матери. Такие осложнения, как пневмония и висцеральные формы. И второй момент – это возможность трансплацентарной передачи вируса, что, собственно говоря, и приводит к инфицированию плода. Мы сначала остановимся о тяжелых формах. Ну, в первую очередь, конечно, поговорим о пневмонии. Это, скажем так, та патология, которая у беременных встречается не чаще, но протекает тяжелее, особенно с увеличением срока гестации.
Если говорить про определение понятия, то сюда некоторые авторы относят как интерстициальную инфильтрацию, так и узелковое поражение легочной ткани, которое появилось в течение 2 недель после развития ветряночной сыпи. Необходимо отметить, что ветряночная пневмония, по сути, была одной из ведущих причин смертности от ветряной оспы до появления цикловира. Естественно, при лечении пневмонии, ассоциированной с вирусом варицелла-зостер, используется исключительно ацикловир в дозах 10-15 мг на килограмм 3 раза в день, там, 5-7 дней по ситуации. Вот рентгенологическая картина, узелковое поражение в легких, которое, по сути, не что иное, как везикулезное поражение бронхов. Когда мы говорим про степень тяжести заболевания, если абстрагироваться от осложненных форм, да, и висцеральных, то необходимо воспользоваться хотя бы какой-то классификацией. Я предлагаю вам все-таки использовать классификацию по ВОЗ. Она достаточно удобна и наглядна. В каком плане? Да, вот приходим мы к пациенту, он весь в везикулезной сыпи, но как-то вот нам надо сориентироваться, это много ли, мало ли, да, или это нормально. Поэтому ВОЗ предлагает следующую классификацию. Да, легкая – это менее 50 очагов, до 30 секунд мы успели их посчитать. Средняя – это от 50 до 250. Ну, это сложно, наверное, понять, да, как-то вот представить. Но нам дают расшифровку, что пострадали некоторые участки кожи, однако имеется чистый участок размером, по крайней мере, с кисть руки ребенка. Умеренная форма следующая, когда, в общем, кисть ребенка нам приложить некуда, да, нету нигде вот незатронутого участка кожи. Ну и следующее тяжелое, когда 500 очагов поражения и больше, либо какие-то осложнения. Вот вам клинический пример. Пациентка с уже доношенным сроком беременности. Вот та самая, получается, умеренная, да, когда у нас нет ни одного такого участка, где мы могли бы приложить ладошку ребенка. Да, то есть пациентка вся в сыпи. В общем-то, это уже для нас первый знак, что необходимо подумать о противовирусной терапии, тем более учитывая доношенность беременности. Теперь поговорим немножко о ветряной оспе с позиции ее как торч-инфекции. Вероятность трансплацентарной передачи вируса возрастает со сроком беременности, но мы должны понимать, что трансплацентарная передача – это не тождественно патология проплода какая-то серьезная. Да? То есть бывают иногда ситуации, когда плод инфицируется, ну, происходит так называемая бессимптомная сероконверсия. То есть ребенок в дальнейшем рождается здоровым. Для того, чтобы понимать, когда же у нас эпизоды вот эти риска, да, наибольшего, мы немножко с вами патогенез затронем. В первую очередь вирус проникает в эпителий верхних дыхательных путей, откуда он с инфицированными дендритными клетками попадает в лимфатические узлы. Это эпизод первичной виремии. Эпизод первичной виремии достаточно коварен, мы его с вами не видим. Это продромальный период, и мы не знаем, что пациент в этот момент уже болеет. В дальнейшем из лимфатических узлов с инфицированными Т-клетками вирус разносится в первую очередь в кожу, да, возникает характерная сыпь, но может также разноситься во внутренние органы. Это эпизод вторичной виремии. Это как раз тот момент, когда мы уже видим нашего пациента, он уже к нам обратился. И первичная, и вторичная виремия, соответственно, могут приводить к инфицированию плода. Немножко расскажу вам о формах внутриутробной инфекции, которые может вызывать вирусом варицелла-зостер, но всего их 3. Это синдром врожденной ветряной оспы, неонатальная ветряная оспа и опоясывающий герпес в раннем детстве. Синдром врожденной ветряной оспы – это очень такой поливорфный синдром. Это могут быть и кожные поражения, низкая масса тела при рождении, поражение органов зрения, головного мозга, аномалии скелета. Синдром врожденной ветряной оспы по результатам метаанализа чаще встречается во втором триместре 1,4%, но в целом его частота не такая высокая, до 0,7%.
Какие здесь особенности? Скорее всего, данный синдром связан не с первичным поражением. Да? Как я уже сказала, плод может получить вирус и может произойти бессимптомная сероконверсия. А вот в дальнейшем, в связи с незрелостью клеточного иммунитета, у плода разовьется опоясывающий герпес, пока он еще внутриутробно находится. Подтверждение, вот это предположение связано с тем, что распространение поражений кожи соответствует опоясывающему герпесу, да, то есть по дерматому происходит. При этом возможно вовлечение вторичной центральной нервной системы. Вот картинки из зарубежных изданий. Это та ситуация, когда первичное инфицирование именно, да, привело к гибели плода. Это достаточно более такая, скажем так, редкая ситуация. А вот это как раз связано с вторичной реактивацией вируса в период внутриутробного существования. Следующая форма внутриутробной инфекции – это неонатальная ветряная оспа. Она развивается у новорожденных, чьи мамы заболели в период от 3 недель до родов до 2 недель после родов. Не путайте неонатальную ветряную оспу с ветряной оспой новорожденных. Это совершенно две разные ситуации. Неонатальная ветряная оспа – это трансплацентарная передача. Ветряная оспа просто у новорожденного ребенка. Здесь имеется в виду ситуация, когда ребенок получил вирус контактным путем. В случае инфицирования беременной за 2-3 недели до родов новорожденные болеют легче, потому что они уже успеют трансплацентарно получить специфические ИГГ. А вот в ситуации, когда мамы заболели за неделю до родов или в течение 2 суток после родов, описана фульминантная диссеминированная инфекция с высокой летальностью. Инкубационный период неонатальной инфекции составляет в среднем 10-12 дней. Ежегодно регистрируются случаи неонатальной ветряной оспы. Это данные роддомов Москвы. Вот вам клинический пример. Пациентка, которая поступила к нам на 9-й день болезни, фактически уже реконвалесцент. Болела она длительно, лихорадила там, 38,5 в течение 3 дней. Высыпания были обильные, но амбулаторно эта пациентка, несмотря на, в общем-то, свою уже доношенную беременность, не получала никакой противовирусной терапии. На что хочется тоже обратить ваше внимание, да, что достаточно неактивно терапевты на местах назначают противовирусную терапию беременным. Ну, несмотря на то, что ребенок родился с неонатальной оспой, прогноз в данном случае был благоприятный. Он получил противовирусную терапию иммуноглобулином, человек нормальным. Сейчас ребеночку 2 года. Он, в общем-то, ни в чем не отстает от своих сверстников. Следующая форма внутриутробной инфекции – это опоясывающий герпес в раннем детстве. Это та самая форма, по сути, которая является клиническим признаком внутриутробного инфицирования. То есть если мы у ребенка раннего детского возраста видим опоясывающий герпес без предшествующего анамнеза ветряной оспы, то 100% это внутриутробное инфицирование. Вот в нашей стране регистрация случаев опоясывающего герпеса введена сравнительно недавно и проводится далеко не во всех субъектах Российской Федерации, в общем-то, не очень тщательно. Но за 2020 год, например, зафиксировано 11 случаев опоясывающего герпеса у детей до года. Это те самые случаи внутриутробной инфекции. А теперь все-таки поговорим о терапевтических подходах. Существуют клинические рекомендации Национального научного общества инфекционистов по ведению ветряной оспы у беременных. Что же они нам рекомендуют в отношении беременных женщин? Это гигиенические мероприятия, обработка высыпания раствором антисептика для профилактики вторичного инфицирования и возможность использования интерферона альфа в качестве патогенетической терапии ветряной оспы. Применение препарата разрешено с 14 недель беременности. Не совсем этот подход на сегодняшний день отражает наши клинические потребности, потому что бывают ситуации, когда мы, в общем-то, сами понимаем, что неплохо было бы назначить еще и противовирусную терапию. В
Уважаемые коллеги, что же в настоящий момент международное сообщество думает о назначении противовирусной терапии во время беременности? Существует общий консенсус о возможности применения ацикловира в случае, когда жизнь матери находится в опасности. Есть необходимость лечения осложнений, возникающих на поздних сроках беременности, ну, например, пневмонии. То есть однозначно, если есть угроза жизни матери, мы назначаем противовирусную терапию. Причем это ацикловир парентерально. В данном случае мы не думаем ни о каком сроке беременности, а спасаем беременную женщину. Второй момент. Рядом авторитетных сообществ рекомендовано назначение ацикловира в стандартной дозировке 800 мг 5 раз в сутки в течение желательно 24 часов после появления сыпи при сроке беременности более 20 недель. То есть условно после 20 недели мы назначаем противовирусную терапию. Не ждем тяжелого течения, не ждем внутриутробной инфекции, а назначаем лечение. Тем не менее, применение ацикловира до 20 недели беременности большинством авторов отвергается, хотя данные об исходах беременности у женщин, принимавших ацикловир системного действия в первом триместре, не показали увеличения числа врожденных пороков у детей по сравнению с общей популяцией. То есть в целом каких-то причин для того, чтобы препарат однозначно не назначать у нас нет. Кроме того, ацикловир способен проникать через плаценту, но его эффективность в отношении профилактики БУИ на сегодняшний день, конечно, не доказана. Большое ретроспективное исследование, например, да, которое включало почти 2000 беременных женщин, получавших ацикловир или валацикловир в первом триместре беременности, опять же, показало, что оба препарата обладают хорошими профилями безопасности, не связанные с врожденными пороками развития. Например, вот в Штатах Food and Drug Administration относит препарат ацикловир к категории B при беременности. То есть исследования репродукции животных не выявили риска, но адекватных и строго контролируемых исследований, конечно, у беременных не проводилось. Отдельно немножко затрону грудное вскармливание при ветряной оспе и терапии ацикловиром. К сожалению, иногда обращаются пациентки, которым рекомендуют чуть ли не кипятить грудное молоко, потому что вот нельзя ни в коем случае кормить. Но, опять же, вот, например, Королевское общество акушеров и гинекологов Великобритании говорит, что женщинам с ветряной оспой следует кормить грудью. Да? Мы помним о лактационном иммунитете, это важный момент. Тем более, если они этого хотят и достаточно хорошо себя чувствуют. Если говорить про лечение ацикловиром, которое, например, родильница получает, да, и вот при заболевании ветряной оспой роды она вступила, родила ребенка, можно ли ей кормить? Да, мы ей ацикловир назначили. Ну, оказывается, можно, да, потому что при самой высокой материнской дозе ожидаемая доза для младенцев составляет около 1% от стандартной дозы для младенцев. То есть это на самом деле ничтожно мало, мы этим можем с вами пренебречь. Это безопасно. Теперь поговорим немножко о лабораторной диагностике. Но все-таки постановка диагноза, как правило, клиническая. Если у нас какие-то сложные ситуации, да, мы применяем серологический метод или метод ПЦР. Это нам позволяет верифицировать ДНК вируса, выделяемого в везикулы, эпителии ротоглотки, крови, плаценты по необходимости. Если мы говорим про диагностику внутриутробного инфицирования, то это, конечно, ПЦР в амниотической жидкости и ткани плода. Но, естественно, этот анализ мы проводим только в случае наличия каких-то ультразвуковых данных о пороке развития плода. Второй момент. Мы можем использовать серологический метод, то есть наличие иммуноглобулинов М в пуповинной крови или крови новорожденного. И при этом, если ребенок был инфицирован, то ИГГ после 7 месяцев у него будут уже свои, да. Ну и также клиническим признаком внутриутробного инфицирования будет являться развитие опоясывающего герпеса в раннем детском возрасте. Это мы с вами уже обсудили. На сегодняшний день методом
более глубоким и более перспективным в отношении витринной оспы при беременных является ПЦР в реальном времени. В чем перспектива этого метода? Это не только верификация диагноза, но и определение прогноза в отношении инфицирования плода. Да? То есть мы определяем вирусную нагрузку, количество ДНК вируса в крови. В настоящий момент порог клинической значимости ДНК ВГЧ3 не установлен, но мы уже с точностью, точно с вами можем сказать, что не всегда тяжесть заболевания коррелирует с вирусной нагрузкой, а легкое течение витринной оспы у беременной не является предиктором отсутствия внутриутробной инфекции. И вот вам для демонстрации подтверждения следующий клинический пример. Беременная 20 лет поступила на второй день болезни с диагнозом беременности 17-19 недель. Болела она довольно легко, это единичное высыпание везикулезное, поражение слизистых даже не было, лихорадка однократно до 37,5. Никакой противовирусной терапии, естественно, она не получала, поводов не было, собственно говоря, ее назначать. И вот мы видим, что на вторые сутки болезни концентрация вируса в крови 5,3 на 10 во второй копию в миллилитрах. А вот на шестые почему-то она возрастает. И на порядок. Да? А в дальнейшем пациентка выписана, беременность протекает без особенностей, рождается абсолютно здоровый ребенок с нормальными весоростовыми показателями. И, в общем-то, получает вакцинацию согласно национальному календарю. Никаких недоотходов, никаких проблем со здоровьем. Ну вот в возрасте 8 месяцев 30 дней он заболел как раз тем самым опоясывающим лишаем. Причем данные в данной ситуации еще и с вторичными отсевами, да, генерализация процесса произошла. В целом ситуация благоприятная, если ее своевременно лечить. Ребенок получал противовирусную терапию, наблюдался в стационаре, выписан с выздоровлением. И, в общем-то, в дальнейшем никаких проблем со здоровьем у него, опять же, не возникло. Но это та самая ситуация, когда благодаря углубленной диагностике и методу ПЦР в реальном времени мы можем с вами заподозрить, что все-таки внутриутробное инфицирование произошло. Хотя никакие другие методы исследования не показали нам то, что плод инфицирован. Немножко затрону профилактику витринной оспы у беременных. Конечно, это ограничение контактов с инфицированными вакцинированными, это понятно. Почему с вакцинированными? Потому что вакцина живая, аттенуированная. Да? Соответственно, при беременности мы ее не применяем, только в качестве прегравидарной подготовки. Скрининг и вакцинация медработников, работающих с беременными женщинами, соблюдение эпидрежимов в женских консультациях, родильных домах. К сожалению, красным цветом у меня выделено специфическое введение специфического иммуноглобулина, потому что в нашей стране данный препарат не зарегистрирован, а применение высокодозного иммуноглобулина в качестве профилактики, ну, оно дискутабельно, да, и как бы не очень понятно, можем ли мы точно использовать этот метод профилактики у беременной. И хочется отметить, что вакцинация от витринной оспы в дальнейшем как часть послеродового ухода. Что имеется в виду? Что мы в идеале, конечно, да, должны скринировать на наличие иммуноглобулинов G к вирусу варицелла-зостер при постановке на учет, женскую консультацию. Особенно среди, да, тех контингентов, которые, в общем-то, могут быть в первую очередь неиммунными. Но, конечно, это проводится далеко не всегда и не везде, и ежегодно к нам поступают пациентки даже после процедур ЭКО, которые были многократно обследованы и, в общем-то, подготовлены к беременности. Но даже среди них у нас бывают случаи витринной оспы. Поэтому после беременности пациентки, если мы знаем, что она не болела витринной оспой, мы должны порекомендовать вакцинироваться. По поводу наблюдения за женщинами, перенесшими витринную оспу во время беременности, ну, тут достаточно много различных мнений. Кто-то говорит, что через 5 недель надо сделать ультразвук, кто-то говорит, что, в общем-то,
индивидуально нужно решать вопросы прерывания. Конечно, все всегда индивидуально, но на практике мы видим, что, как правило, дополнительного какого-то ультразвукового исследования, если нет технической возможности, скажем так, проводить не нужно, да, то есть, как правило, это скрининговые исследования первого, второго, третьего триместра, ну и, соответственно, если что-то мы там выявляем, да, то мы уже в дальнейшем начинаем больную обследовать. Спасибо большое за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы офлайн, вы можете обратиться ко мне по имени.